всего один пациент в реанимации. Редкость в практике врача. В эту палату Юрий Сахаров не заходил 2 года. Все это время мужчина работал в ковидном госпитале. Пока там спасал десятки людей от смерти. Оставить Первомайскую ЦРБ не смог. Помогал. Был такой приближенным к военным условиям. Просили по экстренной необходимости, так скажем. Ну, не было. Доктора ушел, то есть заболел. А пациентов принимать надо. Угроза жизни, значит, лечит Сахаров. Врач-анестезиолог, реаниматолог – это последний шанс больного, чтобы задержаться. Тяжелых и крайне тяжелых пациентов к нему отправляют хирурги, гинекологи, например, травматологи. Десятки людей с того света они вытаскивают сообща. Наше учреждение находится на границе 3 трасс федеральных – на Новосибирск, на Заринск, на Горно-Алтайск. Район огромный, протяженностью 200 километров, поэтому востребованность такой профессии очень важна. На работу из города в село, а еще на рыбалку. Для врача со стажем в 16 лет отдых как кислород. Кстати, сюда мы приехали не случайно. Здесь Юрий поймал щуку весом в 10 килограммов. Сегодня среди его трофеев победы на краевых и сибирских соревнованиях. А еще попадание в десятку на России. Какие были рыбины? Щука 10. Щука 10. Судак 5 с небольшим. 5200, по-моему. И сазана ловил на спиннинг, тоже на 6, по-моему, килограмм. Сегодня Юрий рыбачит сам, нередко с дочерьми и женой. Она, кстати, тоже врач и такое хобби поддерживает. Отдыхают они вместе, чтобы завтра каждый смог спасти чью-то жизнь. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком.